Короче говоря, научил собаку считать. Был холодный осенний денек. На улицу выходить гулять не хотелось, и я подумал, что пришла пора всерьез заняться моим любимым питомцем и научить собаку Тею считать. Заглядывая наперед, я уже стал представлять, как везу ее на соревнования, где она успешно побеждает, а я получаю грамоту дрессировщика за самую способную собаку. Отойдя от мыслей типичного мечтателя, я решил, что моя цель — говорить Тее число, а она должна в ответ столько же раз гавкать. Я сходил на кухню и насыпал в миску Тее побольше корма. И так как работа предстояла непростой, то сделал себе кофе. Зайдя в комнату, я увидел, что Тея спит. Действительно, откуда ей знать, что сейчас наступил тот самый момент начать тренировки? Один. Наконец, удалось уломать собаку заняться делом. Один. Стараний пришлось приложить практически ровно столько же, как когда я уламываю себя начать делать курсач. По моему хитрому плану, Тея должна была гавкать столько раз, сколько я ей говорил. Два. А у Теи тем временем был свой план. Два. И по ее плану должником здесь был только я. Два. Да, похоже, только кормом тут не отделаться. Я решил, что в ход идет тяжелая артиллерия. Тем более, корм уже подходил к концу. Почистив достаточно морковки, мы возобновили тренировку. Два. Однако, несмотря на старания Теи, научить ее считать мне не удавалось. Мы тренировались несколько дней подряд, но дальше двух никак не получалось продвинуться. Были моменты, когда Тея угадывала число 3. 3. 2. Считать до 2 у нее тоже иногда получалось. Ну а что касается счета до 1, то тут Тея была на высоте. Она считала 1. В любой удобный момент, как по команде, так и без нее. На третий вечер я понял, что затея слишком масштабна. И лучше я засяду за компьютер посмотреть собственную учебу, а то уже так незаметно семестр подошел к середине. Тем временем, да и не переставала считать. Короче говоря, научил собаку считать.